Она мучила ночью меня. Ходит вот когтями, когтями все пытается когтизировать. Когтизировать, да? Муська! Муська! Муська ты, муська! В общем, какая-то чумная кошка, которая не имется, и она что-то ходит, ему смучит. Андрей стоит на пляжу, а мы тут. Вот. Сегодня поедем в сторону Мармариса. Поход у нас не удался. Было платно, мы тропу не нашли. Встали в итоге опять на пляжу. Ой-ой-ой-ой-ой, какую хорошую ты, какую хорошую ты. Мне спать не давала, тварюга. Мы не спеша топаем в сторону цивилизации. Но ни одной машины еще не проехала. Вот. Надеюсь на этот, на баламут этот быков. Оттуда должны машины уже выезжать. Поселок. Очень даже быстро. Довольно-таки большой. И очень с многими вкусностями. Апельсины, гранаты. Это очень хорошо. И шаг прет. Какой шаг красивый. Мираба! Красивый! Гузель! О чё, Гузель? Встань, твой шаг. Вон ты его где потерял, у тебя в Турции теперь работает. Миновали мы, в общем, перекресток на дачу. И теперь уходим в сторону Мармариса. На этой развилке, кстати, есть Мигрос и А101. Если чё. Уехали с дачи, попали сразу в дождь. Приехали мы в Акьяку. Сейчас будем искать интернет наших остальных товарищей, координировать. Могли сразу с этим мужиком Денесди поехать. Но надо еще Рену написать. Хрен его знает, есть он там или нет. Так что идем, пока мокнем. Вот это долина, прям зеленая-зеленая. Сейчас мы будем спускаться куда-то туда. На входе в этот каяк у нас сразу встречает Шок и А101. Можно закупаться, идти на пляж и там вставать. Ну, еще куда. В общем, непонятно, что это за городок, но видно, что мажорский. Какой-то в определенном стиле он сделан. Такие крыши такие скатные. Черепица и балкончики деревянные. Прям вот все одинаково. Интересно. Дошли мы до мостика. Тут одни, блин, ограничения. Полный тут чедыр-йог. Чедыр-йог полный. Тут такая река чистая. В общем, посмотрим, что там за чедыр-йог. На пляж сейчас выйдем. О, красота! Нет, там пляж начинается. Нет там никаких тупиков. Тут немножко болотисто. В общем, сейчас все посмотрим. Собака. Еще мы ничего не ставили, поэтому. Конечно, завернем. Красота такая, как палатки тут не поставить, да? Так, да. Так,
Что, Маришка? Да блин, смотри, мы сейчас по пляжу туда вон шлепаем. В бесконечность и все. Вообще офигенные. Тут такой еще этот бардак. Двухэтажный. Да. А залезть можно? Да, конечно, можно. Что, да ты что, это же палево вообще конкретное. В общем, такой нашли полянку мы. Нестеклянная. Там хоть и было написано чедыр, не чедыр, но мы все тут поставимся. Что это за сранцы? Не мусорите, пожалуйста! Твари! Вид, конечно, у нас охеренный. Вот еще один. О! О!